друзья, вот посылку нам прислала невестка с Украины. Она здесь подарочки нам собрала, целый мешок. На одной из границ был вскрыт мешок. Почта прислала уведомление, что посылка пришла с нехватающими 70 граммами заявленного веса. И вот здесь вот присутствовала вот такая вот дырочка. И вот здесь вот, отсутствовало как бы вложение, опись. Не знаю, как это должно здесь выглядеть. Но вот так вот, бывают такие нюансы на границе. Видите? Посмотрим, что у нас своровали из нашего пакета, из нашего мешка. Сейчас я ее вскрою. Она, конечно, пришла упакована в таможенном мешке, но когда вытащили мешок, он был вот с такой вот, с таким отверстием. Так, давайте будем доставать все. Все пакетики вначале. А потом смотреть, что пропало, что не пропало. Так, вот такая куча вещей. Видите? Что было, что пропало, тут, конечно, я это уже не узнаю, но я сейчас сниму и вышлю все невестке, она мне скажет, что пропало. Вот. Сейчас будем смотреть, что она выслала. Какие интересные вещички. Давайте все по очереди будем смотреть. Вот такая кофточка свободного покроя. Размерчик мой. Я люблю просторное все. Какая-то повязка на голову, наверное. Оп. Еще сюда вот так вот зажать. И будет прикольно. Так, повязочка. Далее. Штанишки. Классные. Здесь вот такой вот. Видите, орнамент. Видите, вот такого. Здесь такие вот орнамент. И вот такие красивые. Прикольные. Они вот так вот растягиваются. Так, это штанишки летние, по всей видимости. Если они мне большеваты будут, я их ушью. Такие. Ну, они, конечно, широковатые. Это я сразу вижу. Это страшно. Далее. Еще штанишки в огороде лазить. Вышечки такие, но тоже растягиваются. Тут у нас что? Шортики. Шортики тоже прикольные. С таким орнаментом. Смотрите. Шортики с такими классными кармашками. Стоечка такая. Вообще прикольные. Тоже растягиваются. Интересные. Так, далее что у нас тут? Бриджики тоже. Осенью носить. Хоп-хоп. Одел такой. ХБшечки. ХБшечки они все. Размер. Ну, я 50-52 ношу. Здесь такой есть размер. На самом деле, кажется большой, но это небольшой. О, мой любимый цвет. У меня штанишки такие. Она мне еще один прислала. Только у меня с оленями. А здесь не с оленями. Видите, какие я люблю такие. У них здорово ходить по огороду, когда утром холодно. Выходишь курочек кормить, я обязательно их одеваю. Что у нас еще тепленькие штанишки? Ну все, вы меня теперь будете на видео видеть в таких. Я люблю такое, вот такого качества все вот это тепленькое. Одел утречком и пошел. Ну это весна, осень, зима. Дальше. О, еще, ну все, а то все меня прибарахлило по полной. Тоже такие же штанишки, тоже тепленькие. Вообще здоровские. Да. Вот это она мне надарила подарочков. Так, это тебе. Футболочка. Это мне. Футболочка папе, по всей видимости. Это опять тебе. Такая это футболочка. Обратно тебе. Угу. Это все время тебе. Уже такие. Ой! Уже это... Что ты хапаешь? Что ты хапаешь? Смотрите, они вот так вот тянутся с резиночкой. Ну, типа вот такого вот плана они. Я люблю такие тоже черненькие. И они вот так вот к
как это, ну, растягиваются. Видите? Классно. Так, дальше что у нас здесь? О, а кепок, а кепок. Он еще прислали кепок. Так, это что, покажите. Угу. Кепочки мои любимые для моего хвоста. У нас их здесь нету. Она мне их все время снабжает. Я и кепки эти обожаю, потому что у меня же хвост, а хвост этот ни в одну кепку не залазит. И все. Я без кепок, как без рук. Когда я наклоняюсь, полоть или еще что-то, у меня получается, что волосы в лицо. Вот тут я это самое. Кепочки меня эти спасают. Натуся, это кепка, это золото, это не кепки. И меня вообще тут спасла. Так, это что-то по-женски. Это мы не будем демонстрировать. Так, это, наверное, что-то такое типа... Ну, я не знаю, это, наверное, что-то... А, это этот, носить. Такой вот, хоп, хоп, хоп. Классненький такой, зимой носить с курточкой. Наверное, вот так, я так правильно понимаю? Его тут можно всяко разно заворачивать. Во. Это у нас футболочки с головки в рукаву. Не с коротким, с полурукавом. Это, скорее всего, не, потому что тут женское все. Вот видите. Там вот так вот идет. И вот такая еще футболочка. Вот, классно это. Да. Такой люблю тоже. Все, хубышечка, все. Натуська завалила подарками. Завалила. Так, тут написано для Жени. Это подарки для Жени. Или футболочка. А, это такая разлетаечка. С юбочкой носить, разлетайка. Видите, там внутри маечка. Маечка внутри. И вот так вот ходить. Вау, чик, и все, и пошел. Такая полосатая кофточка. Опа. Тоже прикольненько. Мой размерчик завалила. Теперь в магазин не надо ходить. Все есть. Есть все. Полосатая такая штучечка. Классная. Можно ее с футболочкой. Одел. Ой, ну качество, конечно. Вот, смотрите. Со штанишками, с легкими. И ее. Это типа туничка. Туничка тоже с короткими штанишками ходить у них. Можно и это, наверное. А это может... Да, это можно даже как летом после этого, после бассейна одевать. Ну, либо жару. Вот. Здесь у нас куртка. По всей видимости, сейчас буду мерить куртку. Сейчас мне именно в ней жарко будет. Здесь все хорошо. Здесь угадала, все везде угадала вообще. Классно. Это она без примеров, без всяких меня делала. Посмотрите. Тут у нас костюмчик. Костюмчик вельветовый. Штанишки. И кофточка. Так, смотрим еще что-то. Еще что-то. Теплые вещи. Натуся, все греет нас. Думает, что мы замерзаем тут. Дожди идут. Мы замерзаем. Вот такая. Вместо курточки одел. Вышечка такая классная. Мягкая. Замочки такие. Супер. С капюшончиком. Такая вот, видите. Так, бриджики.
Вот такие бриджики. Смотрите, вот сто комнат. Видите? В общем, вот с таким украшением штанишки. Вот такие бриджики. Так, тут что? Ага. Такая разлетаечка тоже прикольная. На лето. Такое все какое-то, знаете, как... Прям такой... Не знаю, как называется эта ткань. Но она прикольная. Вот так вот перед, тут, наверное, зад. С такими штанишками с черными носить. Я, например, одела и вот эти штанишки. О, классно же, правда? Вкусно так пахнет все. Духами, что ли, на брюках. Так, тут у нас такие же точно беленькие. С таким же. Видите? С такими же. С такой же отделкой. Беленькие штанишки. Это совсем жару-жару с беленькой футболочкой. Здорово одеть. Я тут все разобрала. Что уж пропало, я не знаю. Это только Анатуся будет сама следить.